Герда спустилась. Поехала, соскользнула. Все, побежала. Надо переходить на другие камни сейчас. Поехала, поехала. Ой, на камни, говорю, на пеньки пошла, другие. Никак не получалось фокусироваться. Пенек скользкий. Я стою, не шевелюсь. Боюсь упасть. А это вот она. Ой! Вон шевелится. Ой. Чуть не упала. Ну, а ты, а там неудобно мне, далеко не берет. Вот елки-палки, а это залезла, пока я с этим, с камерой. С пеньком вроде бы не шевелилась, а вот чуть не упала. Залезла! Залезла. Красотуля. Красотуля. Красотулечка. Осторожно, там скользко. Тоже скользко тебе, да? Ой. А то полетим вместе. О, спускается. Правильно, спускайся. Я не знаю, что они здесь недолго. Ну, там надо залезть, еще это ж лестница. Не, ну, по лестнице. Да. Ну, на лестнице, будут еще это долбить. Ну, это понятно, а вообще будет. Не, мишкам, у мишкам-то нормально. Они по-скользкому хорошо ходят. У них там на лапах такие, как бы, и мех, и есть типа шипов такие. Они цепляются за лед. Обычно раньше. Ну, я хотела еду снять, а из-за снегопада, смотрю, снегопад, думаю, не поеду. А потом прошел снег. Ну да, так и написано, снегопад. Ну, Сергей идет. Большая это Марти. Да. А вот эти два кто? Белка и стрелка написано вон. Там табличка есть. Их назвали. А как? Это их, а ты, это матери дети, да? Да, да, это его, а папа там отдельно. Ты четвертый поймет уже. Шесть детей у них. У нее шесть детей. Так, а летом вот здесь вода. Да, да. А сейчас нет. Нет. Ну, когда будет установится температура постоянная, тогда дадут. Погода будет нормальная, они наливают. Ну, и в такую погоду бывает. Но если постоянно будет, то там заморозки передавали тоже. Сейчас и она уляжется. И они пойдут. Угу. Лапки вылизывала, вылизывала, не дала мне фото сделать. Это ж надо, ставлю на фото. А она перестает лизать. Ой, это сама лежит. Только на видео она встает, как на фото. Ложись уж, отдыхай, пока эти спят. Головорезы твои. Вообще-то воду могли бы и дать. Да дать могли. Всех. При такой температуре, минус один я вот ехала. Ну что, при такой температуре всегда вода была. Потихоньку наливали бы. Да, налили не полную бы. Да. Ниже плескали. Я смотрю, на нож дышали. Да. Спокойно. Хорошо им было. Ну. Ходили, хоть не плавали, там, ходили. Ну да, хоть ходили, хоть что-то. А сейчас что? Можно потихоньку. Когда маленькие. Конечно. Ну да. И пустили один раз они тут перебраться. Сейчас что?